Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Проращиваем пшеницу. Как ее прорастить? Чтоб прорастилось много, быстро и без лишних хлопот. Берем сразу кулечек. Такие кулечки продаются специально для проращивания пшенички. Кастрюльку. Засыпаем в кастрюльку. Теперь наливаем воды. Воды наливаем так, чтобы она покрыла полностью пшеницу. Вернее, покрыта водой. Теперь оставляем это все, ну, примерно на день и на ночь, для того, чтобы пшеница набухла, напитала воды и будет прорастать. После чего, как только пшеница набухнет, а это примерно пройдут сутки, мы с вами воду сливаем, пшеницу промываем, вот, и она еще у нас стоит примерно день. Как только появится выклювочек, все, пшеница готова, ждем результат. Прошла ночь, наша пшеничка стояла, залитая водой, больше чем ночь не следует ей стоять, потому что она просто тогда закиснет у вас. Вот, и теперь эту воду надо просто-напросто слить. Берете кастрюльку таким вот образом. А сливаете вот таким вот образом. Важно, чтобы вы ее хорошенько помыли. Так вот. О. Водичку слили. Вот она у вас такая. Зерно влажное, увлажненное. И даже набухает. Это хорошо. Теперь вы прикрываете крышечкой и оставляете ее на день. Сейчас она должна прорастать. Ждем проростков. Так как в течение дня верхний слой зерна высыхает, а нижний находится во влаге, в течение дня раза два-три перемешивайте зерно, и все будет нормально у вас прорастать равномерно. Ну что, посмотрим, что у нас с пшеницей. Вот она у нас простояла целый день. Открываем, смотрим. Видите, выклювочки белые? Все, вот она по всей своей толщине, по всей своей массе, как вы видите, она проросла. Еще разок мы ее вот так вот перемешаем. Кстати, когда она прорастает, она становится теплая. Удивительный феномен. Все, пшеничка проросла. Теперь ее необходимо сохранить. Для этого мы с вами берем целлофановый пакетик. Вот такой целлофановый пакетик берем. Теперь все это, кастрюльку, помещаем в этот целлофановый пакетик. Можно без крышечки. Идем к холодильнику. Вот холодильник. И помещаем туда, где лежат овощи. Ну, то, что хранится не замерзая. То есть мы с вами в морозилку сюда не помещаем. Здесь она замерзнет. Зато здесь она будет потихонечку прорастать, потихонечку, сохраняя все свои целебные свойства. А мы ее будем доставать
ежедневно и использовать в то или иное блюдо. Вот так проращивается пшеница. Легко, просто и в огромном количестве. И она вам не надоест, этот процесс проращивания и, естественно, использования. И будете получать удовольствие от этого процесса и оздоравливаться.